зрительного зала, приходите к нам, мы начинаем. Мы сегодня празднуем наш день рождения, Дим, иди сюда. Вот. У нас сегодня очень крутые команды. Вот, мы с ребятами лично не знакомы, узнали про них в интернете, наткнулись на их классные видосы. Группа называется «Друзья Тимофея». Так что все заходите, смотрите. Они крутые, мне кажется. Поехали! Нет, не поехали. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить с днем рождения Диму и Насте из Donuts Time. Вот. Они днем рождения! Спасибо. И заодно, пользуясь случаем, хотим позвать барабанщика. Денис, выходи. Нас... Да, позови. Денис! В этот праздничный день хотим пожелать им здоровья, успехов в этом, в труде и в личной и семейной жизни. Спасибо. Мне кажется, он не хочет выходить, не хочет с вами играть. О, привет! Все в сборе, все готовы, и мы начинаем. Йоу, вы готовы, и теперь я вижу, кто вы. Да, я. Опа, а что взял? Здравствуйте, вещь. Раз, раз. Я на марсовом поле заработал офсайд. Ветер стих, и вокруг светло. Я вторую неделю не езжу на метро. Подошел какой-то человек. Он немного замерз, он еще не согрет. Денег нет и зарплаты нет. Это мое искусство — уходить от бед. Это моя весна, гуляет допоздна. Это моя луна, не видно из окна. Это моя любовь, целует вновь и вновь. Это моя земля, и не только моя. Идти, а под ногами цветы. Я давно не видел такой красоты. Этот мир, он реально хорош. Он придуман не только для Наташи Сереж. Подошла ко мне моя подруга. Мы неделю не можем прожить друг без друга. За неделю, неделя и годы пролетели. Мы многого не успели, но что-то все же успели. Это моя весна, гуляет допоздна. Это моя луна, не видна из окна. Это моя любовь, целует вновь и вновь. Это моя земля, и не только моя. Земля, и не только моя.
Спасибо. Слышно что-нибудь в зале? Это хорошо. Все палки пували. Красавец. А это была песня, которая называется «О, моя весна». А следующая песня будет называться «20 лет». Она типа про молодость и про молодого человека, наверное. Про дни рождения? Да, про 20 N еще сколько-то лет. Вот. И что? Начинаем. Хоп! Лет как дед, вспоминаю дни, как ходили мы беззаботные, как носили мы шорты модные и ничего не замечали, но скучали бывало порою. Что-то странное ум мой выдумал, не умело так о любви сказал, а потом устал, побрел в столовую, над головой такое синее небо, такое небо над головою. Новый день, новый бой с самим собой. Новый мир, новый шаг вперед или назад. Опять не успел, очень долго ехал трамвай, да по природе моей исковерканной. Снова проспал, под будильника я не стал, да опоздал. По проспекту иду, не найду того места, где день проведу. В переулках обед, денег нет, парадных выключили свет. Может, снова наступит весна, провалялся полночи без сна, а над головой такое синее небо, такое небо над головою. Новый день, новый бой с самим собой. Новый миг, новый шаг вперед или назад. Подождем, на свою беду покинули мы отчий дом. Позади километр. Вот бы времени хватило, чтобы снова пройти. До начала пути. Вот бы времени найти. До начала пути. Песня будет не про молодых людей и не про весну, она будет про музыку. Картины рисуют. Что-то случилось в тебе и во мне. Это утро рассудит. Перестала струна рифмы рваные брать, опустилась, не строит. Новые звуки нас начинают менять, новые устои. И
музыка, ты ушла, куда ушла, куда ушла? Музыка, ты ушла, нет, да, нет, да, музыка, ты ушла, куда ушла, куда ушла? Музыка, ты ушла, нет, да, нет, да, музыка. 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 Новые формы, старые приемы. Кто знает, быть может, содержание важнее формы, а может и нет. Может, все это придуманный мною или кем-то ответ. Или это тюрьма, или это война, или все это просто сильные слова, которые похожи на правду, но не правда, а только пустые споры. Новые звуки шагают через твои коридоры. Новые звуки шагают через твои мониторы. Новые звуки шагают через твои телефоны. Новые звуки шагают, 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 шагают. Музыка, ты ушла, куда ушла, куда ушла? Музыка, ты ушла, нет, да, нет, да. Музыка, ты ушла, куда ушла, куда ушла? Музыка, ты ушла, нет, да, нет, да. Музыка, музыка, музыка. Он все время поворачивается. Это, наверное, я его поворачиваю. У нас была песня про весну, про молодость, про музыку, а теперь будет песня про глаза. Береги глаза, да, с молоду. Вместе с честью. Йоу. Let's try. Свои глаза, так один мудрец мне сказал. Зеркало радостей и страданий. Увидишь яркий мир, а не серый пустой вокзал. Я ему не поверил, он какой-то странный. Открой глаза, мир не так прост. За горизонтом событий что-то есть. Еще и сто рядом, кого трудно заметить. Просто открой глаза.
Она считала дни у истока реки, но в глазах ее океаны печали. Она знала, как видеть и чувствовать, слышать тайные смыслы молчания. Но музыка мира была тяжела, и теперь ее сердце — закрытый дворец. Пока на порог не явился случайно очень странный мудрец. Открой глаза, мир не так прост. За горизонтом событий что-то есть. Еще есть кто-то рядом, кого трудно заметить. Просто открой глаза. Берегите глаза. А следующая песня будет про банан. Да? Банан — это, короче, аллегория человеку, который испытывает какие-то чувства. Назовем это такими словами. Я не должен говорить этих вещей со сцены с учетом лицензии российского законодательства, но песня основана на слове «ебанат». Вот. Но она про фрукты. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Моцарт 4 года написал свою первую музыку. Бас Олдрен однажды точно был на Луне. У каждого должен быть свой собственный тартан. Я сижу на сиреневой ветке. Я банан. Я моранжевые конфетки. Я банан. Твой фантик, это даже проще, чем освоить язык Ашанти. Мне не сложно донести до урны свой фантик. Это даже проще, чем освоить язык Ашанти. Я живу на сиреневой ветке. Я банан. Ем оранжевые конфетки.
я банан. Продуктовая корзина продолжается. Ты начинаешь. Сначала фрукты, потом напитки. Хоп, хоп! Yeah! Официант разносит блюдо и получает на чай. Индийский. Бармен вытирает стаканы и получает на чай. Цейлонский. Этернетель открывает двери и получает на чай. Грузинский. А вот теперь работник сферы обслуживания. И с вами Денис отмечает. Рабочий тоже хочет чай. И электрик хочет чай. И ресничий хочет чай. Рабочий хочет чай. Зеленый. Электрик хочет чай. Синий. Сапожник тоже хочет чай. Сапожник тоже синий. Хочешь чай? Наливай. Давай, наливай. Наливай, наливай. Кайф. Здесь серые дни, белые ночи, в огнях фонарей здесь машины грохочут. Закрыты дворцы островов одиночек, они видят странные, страшные сны. Здесь мы, девятый месяц зимы оказался короче. А впрочем, и лето здесь не жаркое очень. Здесь вы, на берегу Невы, ждать будете в небе солнце. Закрыты дворцы, колодцы, стоят на их страже львы. И серые дни, и белые ночи, дороги длинны, остановки короче. Косыми дождями надежды промочим, оставим сушиться до весны. Здесь серые дни и белые ночи, в огнях фонарей здесь реклама хохочет. И голос Европы разносится громче, но все-таки ближе эхо Москвы. Уйти отсюда, купить один билет в одну сторону юга. И все-таки давно пора уже уйти отсюда, купить один билет или нет? Нет, все-таки давно пора уже уйти отсюда, купить один билет в одну сторону юга. Но не пускает на вокзал подруга. Подруга. И эти белые дни, эти белые ночи, в глазах красота проскользнет между строчек. Углями костра новый день остался.
серыми ночи. Вернутся дожди и расплачутся очень, и будут свести их силами рощи. И будут свести их силами белые ночи, черные дни. Белые ночи, эти черные, черные, белые ночи, черные дни. Белые ночи, эти черные, черные, черные ночи. А следующая песня про тачку, да? Кайф. Все фанаты песни про тачки собрались вот там. Мы их как вычислили. Все да? Трое. Можно начать. Работал на работе и, конечно, запарился со сроками, нормами не справился. Разные люди от меня что-то хотят, а я хочу домой. Я не рад, проснулся вовремя, пришел не вовремя. От этой суеты заболело в горле у меня. Я Степан, передаю всем привет. Мне 28 лет, а? У меня нет ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки! Это! Того самого пришло время начать разговор. Наш заново квартиры и дома нет совсем. Это говорю я вам всем. Есть гитара, кахон, саксофон, телефон, айфон, микрофон, губная гармоника. Сейчас послушайте приветы от Тоника. Я Тоник, живу в Москве, это место нравится мне. И чтобы завершить этот куплет, хочу сказать, у меня вообще ничего нет. Ни денег, ни тачки, ни банки, ни тачки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, ни тачки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, ни тачки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, ни тачки, ни денег, ни тачки. Делать заключение, дабы не вводить мысли в сомнения. У парня простого нет ничего, кроме себя самого. И кроме пары кроссовок, кроме бита, кроме музыки, громких речевок, есть пара друзей, нет машины. Ну и хрен с ней. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни денег, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, заначки, ни тачки. Ни в банке, тачки, ни банки, заначки, ни тачки. Ни денег, ни тачки, ни банки, ни в банке, заначки. Ни денег, ни тачки, ни в банке, заначки. Какая? Последняя. Да? И это будет какая песня? Последняя? Давай или средняя? Нет. Давай по порядку. Она улыбается, когда я. Давай, Бурова. Давай, мочи. А я начинаю. Тихо, я не готов. Воу.
должен улыбнуться. Она улыбается, когда я подхожу ближе к ей. Она улыбается, если я становлюсь ближе. Эта песня закончится, улетит с ураганами. Это же вам не песня льда и пламени. Но важные слова остаются несказанными, пока люди бросаются дежурными фразами. Так где когда-то зарождалась река, все смотрят на нас как-то свысока. Мне говорят, что другая жизнь бесконечно далека. С днем рождения! Она улыбается, когда я подхожу ближе, е-е. Она улыбается, если я становлюсь ближе, воу-воу. Она улыбается, когда я подхожу ближе, е-е. Она улыбается, если я, воу-воу. Мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Жизнь заметал сокровища нации, но я должен быть правильным, тихим и скромным. Завязать свой рот, залить бутроном. Зачем борьба, есть демонстрация злости? Зачем правда, когда играешь в кости? Зачем дела, покуда мысли идут века? Чему быть в печали, не валяй дурака? Ведь все хорошо пока. Она улыбается, когда я подхожу ближе, е-е. Она улыбается, если я становлюсь ближе, воу-воу. Она улыбается, когда я подхожу ближе, е-е. Она улыбается, если я, воу-воу. Закрыты все двери нового мира, но осень мне не страшна, потому что она улыбается, когда я подхожу ближе, е-е. Она улыбается, если я становлюсь ближе, воу-воу. Она улыбается, когда я подхожу ближе, е-е. Она улыбается, если я, воу-воу. Спасибо. С вами были друзья Тимофей. Можете включить музыку, там это будет типа круто. На фоне. 6-7. Ребят, давайте еще раз попробуем. Друзья Тимофея наши тоже. Ребят, спасибо большое. А мы продолжаем. Ребят, небольшой перерывчик и продолжим дальше. 10. Нет, это нет перерыва. 10 минут.